которая у нас вот есть песня. Просто покажу, как мы ее разрисовываем. Вот такая она у нас разрисованная. Потому что эта песня будет из стихи «Кстати, на больном бабочка». Бабочка, которая бьется о стекло. Это душа всех поэтов, я почитаю. Которая... Бабочка. Все поэты, у них у всех крылья, как у бабочек. Мягкие, но надо идти вперед. Константин Бальмонт. Бабочка бьется, бабочка бьется, а прозрачные стекла воздушными крыльями, воздушными крыльями. Бабочка бьется, бьется бабочка о стекло. А за стеклами неба родное смеется. И его не достичь никакими усилиями, никакими усилиями. А за стеклами небо родное бьется бабочка о стекло. Но смириться нельзя, но смириться и она не сдается. Становится тусклая, бледная, но смириться нельзя, смириться нельзя. Что же пленницы делать? Что же пленница делать еще остается? Только биться и блекнуть. О, жалкая. Бедная, бедная, что же пленница делает? Бьется бабочка о стекло. Спасибо большое, потому что времени у нас нет, поднимают люди, подходят на свободный микрофон. Так что, Танечка, да. Все, спасибо. Спасибо. Да, начало тогда микрофона, это вот, продолжая тему, о которой спели Лена, хочу завершающее вечер стихотворение маленькое. Как нелегко рождается строка из горьких мук и потаенной дрожи, чтобы в сердцах остаться на века и сделать их и чувственней, и строже. Пусть знают те, кто нежится в тиши, любая песнь надрывная поэта есть продолжение раненой души и отражение страждущего света. Вот видите, как стихи поэта Серебряного века сохранились на века. Ну а теперь начинаем свободный микрофон.